Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересной колеблющейся блесне от компании Viva. Моделька называется Twin. Данная колебалочка имеет маркировку 5209-160. Длина ее составляет 55 мм, вес составляет 16 грамм. Расцветка в данном случае серебро-медь. 0,4. Поставляется на такой вот упаковочке. Оснащена крючком от компании Мустад. Сама колебалка выглядит таким вот образом. Состоит из двух сегментов. Имеет легкий S-образный изгиб. Первый сегмент, лицевая часть, имеет гравировочку в виде чешуи. Также серебристый оттенок. Внутренняя часть блесны у нас медного оттенка. Имеет гладкую поверхность, скажем так, гравировочка. Также присутствует название бренда Viva, а также указан вес 16 грамм. Также имеются две вогнутых точки, которые центруют данную колебалку. И за счет чего у нас колебалка при проводке не, скажем так, два сегмента не слипается. И за счет данных выпуклостей создается такой вот шумовой эффект, так как два сегмента не прилипают плотно друг к другу. Очень тоже явная вогнутость продольная имеется у данной колебалочки. Колебалка оснащена двумя довольно-таки крепкими заводными кольцами. Плотные в витках колечки, нареканий не вызывают. Также посредством заднего заводного кольца установлен такой вот имитация плавничка из красного пластика. А также установлен мустадовский тройной крючок. Крючок по заточке без нареканий, острый, все вполне отлично. Крючок, кстати, довольно-таки мощный, менять его тоже не стоит. Данная колебалочка довольно качественно изготовлена, имеет также отличные полетные характеристики. И также довольно-таки достойные показатели в плане игры. Ведет себя довольно-таки активно при проводке. Также на паузе, либо после заброса имеет довольно-таки эффектное сыпание. Колебалочка в каком-то роде может быть универсальная за счет своего размера. Подойдет она для ловли щуки, окуня, а также в некоторых ситуациях и белого хищника. Данную колебалочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, либо понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.